Всем привет! Мы приехали на озеро снова. Вчера так хорошо половили. Дождик прошел, и мы решили съездить на озеро. Смотрите, вот обратно уже тучка там. Я думаю, мы долго здесь не пробудем, но попробуем половить. Вдруг у нас снова что-то получится интересное. Рыбка что-то прыгает, играет. Дразнится. Ну, главное, чтобы нам все-таки дали тучки половить, потому что находят. Погода, конечно, в этом году летом ужасная. Тоже ранее выносимая. Теперь холодно, дожди. Скажи привет, Виталина. Виталина, скажи привет, лайк, лайк. Мокро, песок, да? Ты машинками играешься, с водичкой, да, Виталина? Да. А все пошли ловить, кроме папы, как всегда. Слушай, а вот там мышка, вот там вот есть, посмотри назад. Какая мышка? А вон, видишь, кучка, кучка. Вон. О, я видел только что, добегала. Она в ямку забежала. Да, она убежала туда. Не успел, убежала. А может, там на камере будет видно, не знаю. Мы уже отдохнули на дачке, едем домой. На рыбалочке сегодня немножко словили рыбок. Ну, не так, как вчера, но чуть-чуть словили. Потом начался дождь, мы убежали домой, поужинали. И теперь едем домой, в город. В этот раз поливать нам ничего не пришлось. Шел дождик, поэтому даже поливалку не ставили. Едем домой, трасса свободная, хорошо. Виталинка соскучилась уже за мультиками. На даче нет интернета, плохо ловит. А сейчас уже вот она в мультиках. Хотя я не разрешаю обычно в дороге мультики, но тут... Ну, конечно, твой, да. Ну, тут так выпросила. Дотенька, на чуть-чуть, хорошо? Нет, как это нет? На чуть-чуть. Нет. Нет. Слушай, и не видно даже, что были сегодня тучи. Дождь. Все классно, чисто.